Мировая премьера фильма «Трансформера 4» пройдет в Гонконге. В связи с этим на берегу бухты Виктории появился огромный Оптимус Прайм. По словам голливудского режиссера Майкла Бэя, Гонконг был выбран в качестве места для первого показа фильма, поскольку в этом мегаполисе проходила большая часть съемок. Тем временем на фабрике недалеко от Шанхая мастер Ли Лей в свободное от работы время собирает реплики знаменитых трансформеров. Благодаря грядущей премьере фильма на фабрику Ли начали поступать новые заказы. Парван Рагимова, Эмин Лачинов, Азертач.